В воскресенье вечером у железнодорожной платформы Хихцир составом были сбиты два человека. Авария произошла на путях, ведущих в краевую столицу из Владивостока. Именно оттуда и направлялся грузовой состав. Будущие жертвы аварии ехали на квадроцикле. Рельсы они пересекали по дорожке, предназначенной для перехода через пути. Водитель мотовездехода, очевидно, посчитал, что успеет проскочить перед локомотивом. Однако, по словам очевидцев, транспортное средство застряло колесами в стыке между рельсами. Машинист подавал оглушительные звуковые сигналы, чтобы люди покинули опасную зону. От удара об поезд квадроцикл в буквальном смысле сплющило. Детали разлетелись на десяток метров. Люди оказались под составом на путях. Один скончался сразу, не приходя в сознание. Второй мужчина был жив в течение нескольких минут после столкновения. Очевидец достал человека из-под вагона, чтобы хоть как-то ему помочь. Однако мужчина умер до приезда медиков. Документов при себе у погибших не было, однако свидетель смог опознать в мужчинах местных жителей. На квадроцикле они, по его словам, катались уже давно. У одного из погибших осталась жена и ребенок. На время составления протоколов составы, следующие из Приморского края, пустили по запасному пути. С места происшествия Михаил Сергеев, Анна Карпова и Павел Рогатин.